Приветствую вас. Для психолога очень важно понять, что именно вам снится. То есть, как именно сновидение вы видите, что конкретно вы чувствуете, о чем конкретно вы переживаете и так далее, и так далее. Я не совсем понял вот ваше высказывание по поводу того, что вокруг что-то происходит, не можете понять, что. То есть я не очень понял смысл этого высказывания, потому что вы описываете тревогу, вы описываете тревожное состояние, когда человек чувствует, что вокруг что-то происходит, но при этом не понимает, что именно. Вот. Это говорит о том, что среда, окружающая среда, окружающая человека среда, она изменилась, она стала другой, а человек сам остался тем же, остался прежним, вот. То есть, по сути, да, по факту ничего не изменилось. Ну, именно вот. Именно у человека самого ничего не изменилось. Вот. И это, конечно, тоже нужно исследовать, безусловно, это нужно исследовать, и после этого уже будет более-менее что-то понятно. Вот. Значит, что касается снов, что касается сновидений, то здесь, на мой взгляд, история следующая, что снится нам с вами, снится то, что мы хотим видеть, снится нам наша потребность, снятся нам наши желания, снится нам то, что нам важно, то, что нам ценно. Ну, вот. Очень часто снится нам то, чего мы боимся, вот. Ну, по той или иной причине. Вот. И в данном случае страх, это, как правило, это запрет на какие-то вещи, это запрет на какие-то, ну, поступки, на какие-то действия, на какие-то, на какую-либо активность. Вот. То есть, на мой взгляд, тут вот нужно исходить, ну, в первую очередь, именно из этого, именно из этой позиции. Вот. То есть, а что, допустим, я хочу, да, что мне нужно, что я вижу во сне? То есть абсолютно нормально, да, совершенно даже нормально, что вы не можете как-то вот, допустим, интерпретировать свое сновидение. Вот. Что это вы не можете понять, что за этим стоит. Но, тем не менее, это мало что значит, да, потому что
ну, тот факт, что вы не можете понять это, тот факт, что вы не можете понять то, что вам снится, да, то, что вот, то, что вам видится, вот, это всего лишь говорит о том, что свои желания вы не совсем адекватно реализуете. Но вам в этом можно помочь, в частности, психолог может вам в этом помочь, в частности, работа со свободными ассоциациями может вам помочь, вот, и так далее. То есть вопрос здесь заключается только в том, на что вы готовы. Или к чему вы готовы. Ну, я полагаю, что где-то вот в этой области и в этой плоскости, да, лежит ответ на ваш, собственно говоря, вопрос в этой области и плоскости лежит, собственно говоря, ключ к пониманию вашей проблемы, по сути дела. Вот. Вот примерно такая история и примерно так мне это видится. Вот. Значит, не тянетесь выбирать психолога, да, на нашем сайте, например, и работать с ним. С тем специалистом, которого вы выберете, вот, работать с ним по тем направлениям, которые вас волнуют и беспокоят. Это абсолютно нормально и хорошо. Абсолютно нормально и хорошо то, что вас это беспокоит сейчас, вот, на данный момент. Беспокоит и волнует. А дальше уже, я уверен, вы поймете и то, что вам нужно. Ну, то есть то, что вот происходит вокруг вас. Значит, несколько важных аспектов по поводу сновидений. Очень важно, чтобы вы четко озвучили, обозначили, когда вам начали сниться плохие, вот, как вы говорите, сновидения. То есть конкретно, когда это произошло. Что конкретно было за 2 недели до этого, и что конкретно вы видите в своих снах. То есть, ну, совершенно очевидно, что вы говорите, что сны плохие, но что в них плохого, собственно говоря. Вот на этот вопрос нужно ответить. Еще раз, что важно, да, очень важно, то, что плохого в принципе, да, во снах нет, именно в принципе, потому что
сны отражают то, чего вы хотели бы, что вам нужно, например, чем вы нуждаетесь, к примеру. Может быть, то, что вы себе запрещаете, может быть и так, но именно плохого в снах ничего нет. Поэтому досконально то, что вы видите во снах, нужно описать. Как можно лучше, как можно подробнее, как можно полнее. И далее просто работать с теми элементами, которые вы видите во сне. То есть как, почему вы эти элементы, те или иные элементы видите. Еще раз, да, я вижу прямую связь между тем, что вы, допустим, чувствуете тревожность, да, вот, с тем, что вы видите плохие сны. Я вижу прямую связь с этим. Абсолютно. Вопрос, что первичнее? Если первичные сны, то работать нужно со сном. А если, значит, первичная тревога, да, то нужно работать с тревогой. Так что выбирать и решать вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.